Сейчас еду на велосипеде по улице, пробую одной рукой держать камеру, снять что-то. Вот. Это вот третья улица, или она же набережная. Вот здесь. Я вижу, что-то машины привезли на разгрузку. Ждут на паром. Уже некоторые вот сувенирчики пооткрывали люди. Вот. Тут море всегда спокойное. И вот в основном бизнеса вот стоят на воде, буквально не целых полметра над водой. Волны здесь почти нет. Волна только когда вот от лодок. И то тут ограничения для лодок, чтобы не летели быстро. Вот, 8 часов утра, как оно все выглядит. Кто спит еще? В основном продуктовые магазины открываются 8 часов. Еще 8, правда, нет. Вот собачка. Извиняюсь. Они тут бездомных собачек есть немножко, но они не цепляются. Даже к великам не бегают, не лают. Есть там пару таких, что им велосипедисты не нравятся. Вот. Слева продуктовый уже открыт, он, наверное, открывается раньше. А тот, который я иду возле гостела, он еще закрыт, он открывается в 8, но там все есть. Все, пешком можно пройти. Куча отелей, ресторанов, вот аптека закрыта. Вот через дорогу продуктовый магазин. Здесь очень занято. Магазинчик небольшой, но народу куча. Вот. Городской скверик такой. С елкой, с арматуры. Деревянные олени с подсветкой. Вот. Город старенький. Вот такие деревья здесь большие. Смотрите, старые, я не знаю, сколько им лет. Интересные. Тут и длинные есть, большие деревья. Это я уже еду по другой улице, повернувшись, смотрел налево, выключил камеру. Тоже набережная, уже море у меня справа. Там у меня было слева, сейчас я повернул. Вот такие фруктовые... Фрукто-овощи, магазинчики. Яйца, кто что имеет, продают. Нормально вот. Снял маску. Вот. Такая маленькая, как площадочка, не знаю, разрисована, как будто детский городок. Со знаками. И тут дети учат дорожному движению. И чего здесь, не знаю. Вот. Солнце уже высоко, греет нормально. Сейчас разверну я камеру в другую сторону, покажу, как выглядит море. Вот солнышко за пальмой. Море. Сегодня длинная волна, я бы сказал, по сравнению много тины на берегу. Вот так мальчишки и девчонки, а также их родители. Вот я собирался, здесь еще не купался, в этой водичке классной. Здесь хороший, очень маленькая волна, хороший такой мелкий песок. И недалеко за городом, если смотреть,
Вот там, не знаю, видно, попробую приблизить сейчас. Пару зданий есть, это город. А я чуть-чуть за... Я думаю, от причала сюда где-то 5-6 километров. Ну, почти ничего. Вот. Всем привет! Обзор пляжика, на котором я сейчас сижу. Прекрасно для семьи, прекрасная водичка. Песочек серенький, но он очень мелкий. Классный песочек. Все супер-пупер, водичка. И не знаю, чего еще хотеть.